Итак, начиная от да, самой маленькой, сколько там, 5 паундов. вы слышите голос Володи офицера, так? Вот он красиво улыбается, молодец, спасибо ему, что нас принял. Вот. И репортаж-то начинаем, вот смотри, Володь, гири это кому, детям и тебе? Ну да, вот для всех, я говорю, начиная от 5 паундов, кончая он 24 килограмма, да. Ну, больше пока мне не надо. Но ты Хватает как... этого. Да? Но ты какими увлекаешься? Всеми? Ну, я всеми, да. Там же программа, если делаешь, что тут и легкие, на легких это аэробная нагрузка уже, а на больших анаэробная. Там надо совмещать, чтобы это... Ну, ты что нам... Гиревой спорт это все-таки как бы совместная аэробная и анаэробная нагрузка. Надо и то, и другое делать всегда. Ну ты что-то будешь нам показывать или как? Ну, что-то показать он. Ничего себе, ты с ними играешь, как с игрушкой, понимаешь? Вау, сейчас я отойду сюда. Так. Ну, что там, классическое упражнение состоит из двух, как бы, упражнений. Вот это бы нам в сторону. Ну, первое, да, мы это уберем. Да. Я сюда телефон ставлю, чтобы время смотреть. Вот видишь, ты современный, слышишь? Вот сейчас классно, смотри как. Нет, темп там такой все это. Ну, понятно. Одно упражнение, это толчок, гель первое идет обычно. 10 минут дается на него. Ну, это 16 килограмм я взял. Вау. Ну, вот на 10 минут там, сколько, 100 раз вот. Ну есть еще этот длинный цикл, толчок по длинному циклу. Там после каждого толчка скидывается опять. Ничего себе, а сколько ты раз можешь поднимать-то? Ну толчок, я говорю, 100 раз в пределах, 100 раз. Второе упражнение, рывок идет. Ничего. Это двоеборье как. Там уже одной гири рывок. Ну, сначала левой на максимальное поднимаешь. Сколько? Ничего себе, как он. Потом поднял, сколько максимальное. Ну, там, на 5 минут примерно. Потом на правую перешел. Вот это, Володя, спортивная. Ну, вот так вот. Ну, это 16 килограмм-то самые маленькие. Ничего себе. Для детей это. Обычно соревнования идут самые легкие. Или на 24 килограмма, или на 32. Ничего себе. Это не такие уже маленькие. А? Не такие уже маленькие. Даже доктор смотрит на это все. Не хочешь поиграться, доктор? Да нет, дело к ночи. Я поиграюсь. У меня дров привезли в машину. Я поиграюсь. А это уже мы... Галон, да, другой, видишь. Надо, да. Говорят, от работы и кони дохнут. Видишь, надо все-таки... Работа, это есть работа. А это у тебя отдых, да? А это отдых, да. Это... Ну, у меня по-другому отдых. Я как раз работаю, когда отдыхаю. Не, видишь, должна быть, чтобы сосуды были здоровые, сердце, должна быть аэробная нагрузка на сердце. А то, что, видишь, где-то возишься, там что-то ковыряешься, ты можешь и спину потянуть, и все. А и вроде устал что-то, а нагрузки нет на сердце никакой. Сосуды, ну, как у многих культуристов, вроде здоровые-здоровые, а сосуды, сердце слабое. И умирают от инфаркта, ну, что сердце не выдерживает. Доктор, ты понял теперь? Не только дрова тебе помогут, так? Ну, дрова помогают. Огород помогает, все помогает. Так ни на огороде, ни на дровах нету аэробной нагрузки. Вот в чем дело, я же говорю. А когда колю дрова, тогда что? Ну да, что-то, конечно. Вокруг квартала бегаю, если я хожу, так это. До седьмого пота, иду в голову до седьмого пота. Ну обычно говорят, что вот, ну, жиры начинают сжигаться где-то уже после полчаса примерно нагрузки. То есть если ты 5-10 минут ходишь, то, ну, это не сильно... А не, я-то ухожу далеко это. Потому что я хожу, пока, чтобы вспотеть. А потом пришел раз под холодную воду, душ принял, и тогда можно спать уже. То есть, как гири, для кого-то, видишь, 24 килограмма аэробная нагрузка, а для кого-то это силовая, 12 килограмм. Приходится только... Ну, в общем, вы видели Володю офицера, что он творит на турнике,
и у себя вот с гирями. Для меня это, я тебе скажу, это удивительно, Володь. Для меня пример большой, я тебе скажу. Потому что мне это надо еще много-много заниматься. Вот, а, но ты молодец, ты в форме, понимаешь? Так я говорю, чем гири хорошо, слушай, любой вес подобрал для себя, все, и нагрузку давать хорошую. У меня штанга есть, я иногда поднимаю, но когда долг нет, давай, кончается, тогда штангу я поднимаю. Не, ну штанга, видишь, это штанга все-таки. На турнике, турник у меня есть там это, но я предпочитаю больше так это, дрова, огород копать там все это. Такое, камни укладывать. А как только у меня освобождается, я тоже не могу. Я начинаю тогда это. Так что и вот здесь вот Володя занимается, да? А, ну да, ну мы сам это... Смотрите, смотрите, как классно. Смотрите, как классно, а? Вау! Если холодно на улице, да? Ну да, мороз. Зимой, зимой обычно здесь всегда. А здесь, смотри, у него тоже... Ну это мы давно еще, по-моему, у нас Толя купил, что ли. Да, у него здесь... Можно поднимать штангу, да? Ну, штанги я что-то сейчас не поднимаю. Штанги не поднимаю. А, есть, ну лежит, наверное. Ну, такой у него классный, Володя, спортивный звук. Я сейчас стараюсь больше аэробное такое, ну, делать. Да, мы видели, как ты свое аэробное. И как у тебя красиво получается. Я честно скажу, я в восторге. Ничего себе. Доктор, он для нас примером служит. Да, да. Да. Есть на кого равняться, да? Ну да, дедушка все-таки, ну он моложе меня, конечно, немножко, но... А я вам скажу, ага. Вот значит, это... у него есть это... Вот это и удивляет, доктор, у него уже... Внукам есть на кого равняться. Смотри, 9 внуков у него, а смотри, что он делает. Ну, пример надо внукам показывать, чтобы это... Чахлыми не росли, да. Думаешь, здоровье надо иметь. Как говорят, в здоровом теле здоровый дух, да, поговорка. Ну да, ну... Ну, может, не всегда так, но... Ну если вот не практикуешь мышцы, они слабеют? Не, ну конечно же, о чем я говорю. А если мозги не практиковать? Ну то же самое, да. Вот, когда пришел в церковь, прибалдел и все. И потом без разума ходит. Ну, да. Человек говорит, немножко говоришь, чуть-чуть пошевели мозгами. Да нет, я уже устал, у меня голова болит. Ой, я уже это... Уже не могу работать. Слушай, останавливайся, я уже дальше не могу. У меня мозги не тянут, говорит, все. Да. Так что надо это, мозги практиковать тоже. Память практиковать надо обязательно. Доктор, пока займись гирями, так? Есть, да на, нет, есть да. На кого равняться, есть кому подравнять. Телесные упражнения малополезные, но благочестие на все полезно. Однако же телесные упражнения, они полезны. Просто мало, больше благочестия полезно. О-о-о. Надо и то, и другое, и третье, чтобы... А то, понимаете, не занимается человек, не упражняется, а потом раз, что-то хватанул, там где-то поддержал, раз... Грыжа у него. Я а почему грыжа? Потому что он никогда не практиковал. Доктор, скажу, у Володи, по-моему, там все в порядке. Он и греческий изучает, слышишь? Да. И любит вот это переводы всякие. У Володи, по-моему, там все в норме. Ну, не совсем так, может, красиво все. Ну, главное, в благочестии он преуспевает. Успевает, да, и он, видишь, и там успевает, и здесь, и 9 внуков у него... И какой серьезный пример для внуков, а для нас. Смотри, как он крутит эти гири. Ну, надо, чтобы кровь, видишь, мозг тоже как-то это поступало, ее как-то гонять потихоньку, ты знаешь. Если в кресле лежать, так она застаивается, и уже и мозги не работают тогда. Ну, Володя, я могу в любое время позвонить с любым вопросом. Володя, вот я сейчас рассуждаю такой вопрос. Давай это, Володя посмотрит уже в этот... в словарь, там, в греческую Библию, все, уже мы можем более точно знать, как, что, порассуждать. Он никогда не говорит, слушай, мне не тянет. Наверное, все-таки помогает кровообращение для мозгов. Ну, не, я еще ж работаю тоже водителем, целый день сидишь тоже, ж потом надо ж как-то это, гонять, чтобы, знаешь, геморрой не заработать тоже. Кровь разогнать немножко. Не, ну как у тебя красиво получается, Володь. Не так красиво, как хотелось бы. Ну, для нас ты профессионал. Вот на мой взгляд, это вообще. Доктор, ты как думаешь? Ну, я думаю, все нормально. Главное, знаешь, когда отец показывает пример детям, не просто говорит, а он показывает пример детям. Все-таки у них одна дочка, а все сыновья. Поэтому надо показывать пример. Конечно, он молодец, Володя. Ну все, мы тогда... Еще раз пока показали вам с доктором, какой у него друг Володя, вот офицер, и какой пример он для внуков и для нас. Ну, он мужчина настоящий.
Вот в таком спортивном зале, я не знаю, есть нам на что равняться, да? Ну, да. И чему подорожать. Особенно тебе надо. Так естественно, что мне надо, конечно, восстанавливать вот эту вот ногу, так? Так что это, у тебя только через полчаса ходьбы начнет открываться. Так что ты имей в виду. Полчаса идешь на разминку, а потом начинаешь уже так открываться. Да, я понял, да. Ну, чтобы вы не подумали, что меня не было в этом спортивном зале. Да, у Володи. Вот и я с вами вот это. Доктор, подойди сюда. Вот мы втрех. Вот так мы познакомились. Смотрите, мы... На этом... Два Павел Ивановича, да, и Володя. И Владимир Иванович. Да, Владимир Иванович. На этом репортаж мы заканчиваем.